Доброе утро. Сегодня продолжаем, значит, последний обзор. Это испытание генератора. Там уже будет обзор, окончательная, как говорится, схема. Готовый проект. Сейчас вот обзор и некоторые выводы. Значит, получается, что энергия собирается лишняя путем увеличение скоростей до максимальных и путем инерции. Это мне показал, значит, годы испытаний, вот эти вот ролики, первый, второй, третий, четвертый, вот, все это показывает. Больше года испытаний прошло на этом всем. Значит, какие выводы? Значит, можно это внедрять в производство, но для этого нужно, что у нас? Для этого нужно, конечно, средства, большие средства, и это самое, внедрять это все на заводах. То есть для этого нужны двигатели с мощными обмотками, мощные обмотки, мощные, значит, металлы, мощные подшипники, скорости развивают этого, скорости этого могут быть достигать. Чем выше скорость, тем лучше, я думаю. Скорость может быть раз в 10, если у меня, допустим, 17 тысяч, 170, 200 тысяч и выше. Если достигнет, взять скорость 1000 оборотов в минуту, 100 тысяч оборотов в минуту, или миллион, допустим, миллион оборотов в минуту, выпустить, значит, такой агрегат, миллион оборотов в минуту, это сверхпрочный материал надо, ну хотя бы на 100 тысяч пока, не будем говорить об этом уже, миллион пока это... 100 тысяч оборотов в минуту мощностью там, допустим, 500 киловатт или там 1000 киловатт или миллион мегаватт, допустим, 1 мегаватт он будет давать, допустим, 50 где-то, если скорость увеличим в 5 раз, и там 5, где-то 25-30 мегаватт. То есть хватит на допитку уже целого города, то есть в городах строить такие мощные можно. Для этого нужно, как говорится, это внедрять нужно. То, что я делаю, это все самодеятельность. Но самое главное, я, значит, доказал это все, что это возможно. Внедрять в электростанциях делать, заменять, значит, на электростанциях все эти топлива. Бензин, солярка, газ, нефть, уголь и так далее. Энергия ветра там не нужна, энергия солнца не нужна. Вот. А внедрять вот такие моторы, мегаватт, 1000 мегаватт, 1000 мегаватт мотор, допустим, он дает 25 тысяч мегаватт. Скорость обороты у него там, допустим, 500 тысяч или миллион оборотов в минуту. Особо мощные. То есть такой один... Если сделать особо мощный, такой один, значит, мотор обеспечить. Это может страну обеспечить, если поставить их десяток, допустим. То есть это надо внедрять все. То есть кто хочет это внедрять, те, у кого есть, значит, возможности в финансовом плане, то есть надо строить это все. Пока можно хотя бы, ну, пока, исходя из тех материалов, которые есть, я думаю, сейчас строят 100 тысяч оборотов на мегаватт, допустим, двигатель мощный, 100 тысяч оборотов, и он будет давать, допустим, 50 мегаватт, что хватит для города, то есть в городах строить электростанции, или поменьше, допустим, вот. В городах строить, или строить, допустим, небольшие для дома, это, значит, мощностью 5 киловатт, чтобы в квартире выдавал, значит, 100 тысяч оборотов 5 киловатт. И он будет выдавать, значит, 5 киловатт, 100 киловатт на квартиру, чтобы в квартиру было 100 киловатт, вполне нормально будет, 100 киловатт в час. То есть люди могут пользоваться и теплицы делать, сауны, подогревать воду, в общем, все. То есть это путь к тому, что будет полный коммунизм. Если вот это внедрить, то что я отработал год.
Еще не закончил, правда. То есть получается полный коммунизм. Энергии сколько хочешь, в каждой квартире 100 киловатт будет давать, в каждой квартире. Это даже лучше, чем будет общий городской. 100 киловатт в час ты можешь делать, значит, что угодно. Сам все строить, используя механизмов сейчас много, используя роботы, используя, значит, и варить, и теплицы, и сварку, и завод можешь. В общем, все делать дома при такой мощности. То есть для этого сейчас нужны, как говорится, люди, это может быть даже крупные фирмы, или государство возьмется по энергетике, и вот этим заниматься. Я готов это все это возглавить, то есть предоставить чертежи и так далее. Если кто-то заинтересован в этом, пишите. Вот. И можно, как говорится, обеспечить весь мир, и страну хотя бы обеспечить бесплатным, значит, электричеством в любых объемах по такой схеме. То есть это переворот науки. Пока многие не осознают, ну и не надо, в принципе. Кто умный поймет. Если кто умный понял, можете, как говорится, предлагать. Пишите вот здесь внизу, я потом передам скайпу, поговорим по скайпу и так далее, и будем делать. То есть результаты показали, что это имеет перспективу, и надо в промышленном масштабе, в объемах страны применять. Если этого не будет, значит, остается, будем делать маленькие, каждый будет делать маленькую, кустарным способом, как я. Но лучше внедрить это в объеме страны. Итак, на этом пока заканчиваю показ. Сейчас следующий показ, это будет готовая модель, как она у меня где-то будет. Как я сегодня прочитал, на 800 ватт, даже думал, на 550 чистой энергии. Ну, это для квартиры, для дачи вполне годится. До свидания, всего хорошего.